Вчера к нам в вечерний Магадан обратилась жительница города. Тамара Кузнецова пришла в Магадан Электросеть с целью написать заявление, но охрана не пустила ее в приемную, объяснив это тем, что на июль у них нет личного приема. Поэтому ей посоветовали обратиться в операционный зал, где из всех касс работает только одна. И из-за этого она просидела там около часа. Причем заявление у нее приняли с большим возмущением и недолжным образом. Мы должны иметь доступ к руководителям со своими вопросами, которые не просто так появляются, а благодаря их усилиям. Отсутствие должностных лиц, которые могут помогать жителям, является не единственной проблемой. Наиболее актуальной является тема больших очередей и одна работающая касса в офисе Магадан Электросети по улице Транспортной. Значительное количество людей находится в маленьком и душном помещении, ожидая своей очереди. Многие не выдерживают и просто уходят. Хотели как бы проверить. Вот, сколько у нас там доплатить там или заплатить. Ну, впервые мы сталкиваемся с такой очередью. Вот, и не желаем стоять. Лучше мы почти переведем через интернет вот, на энергосбыт и все.